Привет! В этом видео я хочу показать, как играется песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. Итак, вся башельная часть идет на квинтах аккордах. Первый аккорд это от ноты фа. Зажимаем шестую струну на первом ладу, пятую на третьем, четвертую на третьем. Следующий аккорд просто спускаемся вниз. Третий аккорд, четвертый лад, то же самое. Спускаемся вниз. То есть аппликатура одинаковая, только в разных местах. Еще раз напомню, это ж первый лад, третий. И потом все это просто смещаем в разные места. Итак, теперь давайте рассмотрим ритмический рисунок. Делаем удар вниз, потом вверх, вниз и последний удар короткий, то есть его обрываем. После этого переходим на следующий аккорд и играем вверх. На приглушенных струнах. Как это добиться? То есть мы ставим аккорд, но не дожимаем его до конца. Получаем три удара. После этого зажимаем, играем два удара вниз. Вот так у нас должно получиться. Теперь соединяем. Переходим сюда, на четвертый лад. Здесь уже начинаем с удара вниз. Вот эту часть, которая идет на приглушенных звуках, можно играть либо на этом аккорде, да, либо можно на этом. Как у вас будет лучше получаться, так и делайте. То есть, смотрите, я могу сыграть так-атака на этих, на этом аккорде, а потом сюда перейти. Либо сразу перейти здесь играть. Здесь, в принципе, не принципиально, как у вас будет лучше получаться, так и играйте. Итак, соединяем все вместе и смотрим, что получается. Еще такая мелочь, очень небольшая. При переходе с аккорда на аккорд здесь есть такие маленькие фишечки, то есть не сразу мы переходим на аккорд, а вставляем несколько ударов. То есть смотрите, если медленно сыграю, вот, раз, пять, переходи сюда. То же самое играем уже на дисторшне. После этого идет самая любимая часть, по крайней мере, моих учеников. Последний мой ученик сказал: «О, это мне нравится». Итак, зажимаем на первом ладу вторую и первую струну, играем. Вторая, первая. После этого начинаем играть так. Сколько раз играется, это вы уже можете посмотреть по песне. После этого идет снова у нас ебаная часть. Так, следующая часть, которую вы не знаете. Сейчас я вам покажу. Итак, начинаем с квинты. Все так же на первом ладу. Но здесь уже для удобства ставим только два пальца. Не три, а два. Затем аккорд ЕМ. Пятое, четвертое на втором. Раз, два, три. Снова квинта.
Потом переходим на второй лад и делаем два удара. Далее у нас идет бенд на третьей струне, третий лад. Представьте, что вы тянете кота за хвост. Так, с удовольствием прям. Потом переходим на шестой лад. Также все квинтами, все очень просто. Все по два. Раз, два. Четвертый лад. Раз, два. Потом повторяется. И последний раз, там не очень разборчиво в песне, но можно сыграть, например, три раза уже. Итак, все вместе. После этого у нас идет куплет, я вам его уже показал. И следующая часть, которую вы еще не знаете, это соло. Итак, соло. Теперь поподробнее. Ставим безымянный палец на четвертую струну, восьмой лад, делаем слайд до десятого лада. Дальше третья струна, восьмой лад, десятый лад, третья струна. Дальше четвертая струна, шестой лад. Дальше третья струна, восьмой лад. И там же делаем бенд после этого. Возвращаемся. Шестой лад. Пятый. Дальше. Шестой лад. Пятый. Восьмой. Четвертая струна, шестой лад. Дальше восьмой лад, четвертая струна. Опять бенд. Возвращаемся. Шестой. Пятый. Все вместе. Потом все это повторяется еще раз. Следующая часть. Шестой, пятый. Шестой, пятый. Третий. Снова. Еще раз. Вот, вот такая у нас получилась песня. Обязательно ее разучите, если вы еще ее не знаете, потому что каждый гитарист должен уметь играть эту песню. А если вы играете в группе, да, и играете чужие песни, да, то обязательно сыграйте эту песню, потому что эта песня воспринимается всегда, скажу по своему опыту, где бы мы ее ни играли, она просто воспринимается везде на ура, потому что ее все знают. И эта песня не устаревает, она остается модной и такой кочевой, так что разучивайте ее. А на сегодня урок закончен, нажимайте на большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих уроках. Пока!